воспользуюсь правом первым. Право первой ночи. Технику, да, не, ну началось. Это не вопрос предпочтения. Да нет! Смотрите, ситуация следующая. Мы с ребятами в моей группе недавно повторяли эту тематику. Атака черепахи. Да? Очень нередко вы проходите, например, человеку гард, не кровь не делал. Чик, а человек ушел в черепаху. По правилам бразильского джиу-джитсу мне тут же дали advantage. Это прописано в правилах. Immediate advantage назначается. Даже если потом я его вот сюда раскатал и оказался в сайде. Даже если это произошло, вообще вот так, смотрите. Раз. Два. Это не проход гарда уже. Как только он оказался в позиции черепахи, turtle position, рефери сразу показывает мне преимущество. Следовательно, никаких других уже оценок быть не может. Можешь сейчас, вот кто пришел, объяснить, в чем разница прохода гарда. Не мне, а он. Проход гарда. Что такое проход гарда, все, что делается через гард. Смотрите, как бы я прошел гард. Чик. Это проход, ребят. Это проход. Через 3 секунды рефери поднимает руку с этим сигналом. Я получил 3 балла. Но если самым невероятным способом, например, вот Александр у нас выворачивается на каких-то шарнирах, непонятно. Он или Миша Самойлов. Человек выворачивается в черепаху хоть на секундочку и обратно возвращается назад, я вроде бы в сайт-контроле. Все, у меня только преимущество. Потому что гарда не было. Да, но поэтому мы должны понимать, что turtle position — это позиция ухода от прохода гарды. Ну, да простит меня Андрюха. И да простит меня Turtle Tellis, да, великий Эдуардо Tellis. Все-таки это ни в коем разе не Turtle Guard. И по возможности это позиция побега, это Last Chance Position. Потому что работать из нее, вы стоите на 4 точках, вы не видите, что происходит. Просто Tellis в свое время тогда почти не атаковали ноги. И он научился хорошо атаковать оттуда ноги, он молодец. Но если вы посмотрите большинство схваток Tellis на топовом уровне, да, там, с Роджером Грейси, ну, как бы все заканчивалось вот нормально. Просто, ну, он реально крутой чел Tellis. И поэтому он себе мог позволить работать вот в такой позиции достаточно долго и с достаточно сильными оппонентами. Давайте гордыню отбросим в сторону и поймем, что это немножко не наш путь. Поэтому мы, если оказываемся в этой позиции, должны consider this, что мы должны признать, что эта позиция хреновая для нас. У меня на затылке нет глаз. Я плотно закрылся. Что он там делает, нифига не понятно. Да. Ну, тактически он просто обнуляет твой проход. Да, он обнуляет мой, совершенно верно. Это плохая позиция, но он избегает 3 баллов. Вместо того, чтобы как бы мне дали 3 балла, я получаю сраный advantage. Итак, человек оказался в черепахе. Мы с вами не раз видели, как люди начинают зверски раскалывать, там, скакать, куражиться, фыркать. Там сразу же там выгибать человека назад, там ноги засовывать, чтобы взять спину. Наверное, когда вы это пробовали, вы замечали, что это довольно хреново получается. Очень неудобно. Человек, я начинаю вот так приставать, человек просто переворачивается. Бам, он оказывается в гарде. Мы теряем над ним контроль. Поэтому основные вещи. Мы должны проконтролировать голову, мы должны проконтролировать таз. Следом, нам не нравится вот эта вот плотность, когда он локоть так хорошо соединился с ногой. Что мы с вами делаем? Мы просто жестко просовываем туда ногу. Я просто пропихнул ее туда. А теперь смотрите, что я делаю. Я делаю вот такое движение, выдвигаю эту руку вот сюда. У кого хватает гибкости ног, вы можете сразу сделать. Это называется arm trap. У кого не хватает, вы ее выдвинули руку, просто помогите рукой. Смотрите, мы оказались здесь. Я сижу на бедре. Ему стало не очень удобно. Повернуться ко мне он уже не может. Вот меня, у него рука не отсоединяется вроде никак. Что мы будем теперь делать? Теперь мне нужно вот эту руку просунуть ему под шею. Мы будем человека прям тупо атаковать в предложенной ныне технике. Смотрите, в чем его сейчас базируется позиция. У него голова, лоб, forehead, находится на полу. Это точка его опоры. Я просто приподниму ее за ту часть головы, я просто поверну ее чуть-чуть. Да? Мы не можем касаться лица, мы не можем хватать за волосы. Но сделать вот так мы можем. Я его заставляю посмотреть в ту сторону. Захватываю здесь следующим образом. Ложусь на правое бедро. И для него все заканчивается. Его рука в ловушке.
Мои руки соединены здесь, и я делаю то, что Коля Чучкалов, наш знаменитый, ну вот, местный профессор, называет family picture. Я прижимаюсь к нему. Окей? Еще раз покажу все действие полностью. Итак. Контроль шеи, контроль таза. Бум! Продавили напрямую ногу. Чуть навалились, выдвинули его руку. Забрали сюда, это армтрэп. Теперь мы хотим, чтобы он посмотрел от нас. Буквально. Бум! Сунули руку сюда. Легли на правое бедро. Family picture. Сейчас вы испытаете на себя, это хреновая штука. Выбраться из нее трудно, но вытерпеть ее невозможно. Если вы испытываете вот такие, черт, нифига себе, как плотно. Чуть-чуть толкните. Вот она, эта открывашка. Это первый момент, на который обратите внимание. Второй момент. Смотрите, здесь я сижу на левом бедре. В конце этого действия я буду находиться на правом бедре. Что важно, руки. Руки должны быть максимально близко. Вот эта рука должна лежать скорее здесь, чем здесь. Бум. И видите, когда я начинаю поворачиваться сюда, для человека все заканчивается. Потому что рычаг воздействия у вас получается вот такая вот гильотинка. Если вы будете браться вот так, вы его, наверное, задушите все-таки, но вы причиняете страдания уничтожаемому неоправданное. Зачем? То есть поэтому руки должны находиться вот в такой проекции, видите? Эта рука здесь, эта рука здесь. Просто зафиксируйте, запомните. Всем спасибо. Раз, два.